На еженедельном оперативном совещании чествовали специалистов жилищно-коммунального хозяйства, которые приняли участие в выставке в комплексе «Крокус-Экспо». Представители четырех крупнейших организаций ЖКХ Люберецкого района вернулись оттуда с дипломами. Руководители городского жилищного треста, Люберецкой теплосети, Люберецкого водоканала и Люберецкой электроэксплуатационной компании с профессиональными достижениями поздравил глава Люберецкого района и глава города Люберцы Владимир Ружицкий. Подобные мероприятия, типа выставок областных или на федеральном уровне, это есть некий имидж района Люберецкого, всех наших городских поселений. Поэтому участие, конечно, не то что обязательно, оно крайне необходимо. Мы некий костяк для участия в выставках сделали, да? Вот. Ну, теперь просто надо постоянно руку на пульсе, и мы должны быть на уровне.